мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Как сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Тувы, по сравнению с предыдущими годами посев зерновых завершен с опережением, несмотря на погодно-климатические условия. В общем, зерновые культуры заняли чуть более 9 тысяч гектаров, это на 55% больше намеченного плана. В настоящее время продолжается посев кормовых культур. Ход работ достиг 78% от годового плана. Это почти 17 тысяч гектаров. Большую часть площадей заняли однолетние травы. По данным на 18 июня, посев кормовых культур завершен в Барунхемчикском, Дзунхемчикском, Судхольском, Чахольском и Авюрском районах. Как отмечают в Минсельхозпроде, от графика отстают хозяйства Байтайгинского, Мангунтайгинского, Кахемского, Чедыхольского и Эрзинского районов. Они намерены завершить посевные работы к 20 июня. На финальной стадии и посев овощных культур. На данный момент картофель посажен на территории около 3000 гектаров. То есть посадку завершили все сельхозпредприятия муниципальных образований, кроме Тисхемского и Терехольского районов, где в силу климатических условий темпы несколько ниже. На 100% выполнен план по посадке других овощных культур. Напомним, что в соответствии с прогнозом социально-экономического развития республики в 2018 году перед региональным Минсельхозпродом поставлена задача по получению урожая в размере 6 тысяч тонн зерна, 31 тысяча тонн картофеля и около 3,5 тысяч тонн овощей. В Туве состоялся 9-й слет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Слет ветеранов прошел в местечке Коктей Козельского района с 15 по 17 июня. Мероприятие из года в год расширяет свои границы, и в этом году в слете приняли участие команды ветеранов иных правоохранительных структур республики, а также органов внутренних дел соседних регионов – Республики Хакасия и Красноярского края. Приветствуя участников мероприятия, министр внутренних дел Тувы Александр Цур поздравил ветеранов и гостей с открытием. Он подчеркнул, что с каждым годом проводимый в регионе слет принимает все более высокий уровень, укрепляется традиция его проведения. От имени руководства, от имени коллегии нашего МВД, от себя лично искренне рад поздравить вас с этим событием. С каждым годом слет ветеранов органов внутренних дел, проводимый на территории региона, принимает все более высокий уровень, укрепляется традиция его проведения. И данное мероприятие вызывает большой интерес не только в нашей республике, но и в том числе за пределами нашего региона и у руководства МВД Российской Федерации. На слете собралось 25 команд ветеранских организаций органов внутренних дел районного уровня и подразделений ведомства, команды ветеранов других силовых структур, Росгвардии, МЧС, ФСБ, УФСИН, судебных приставов, боевое братство, а также команды ветеранов Красноярского края и Республики Хакасия. Всего 350 человек за три дня прошли более десятка спортивных мероприятий, конкурсов и соревнований. Состоялись состязания по волейболу и мини-футболу, стрельбе из табельного оружия, пистолета Макарова и стрельба из лука, разборка и сборка автомата Калашникова, игра в шахматы, соревнования по подъему гири и подтягиванию, национальная борьба хуреш, перетягивание каната. Кроме того, все команды приняли участие в викторине с вопросами об истории полиции России и Тувы, а также в конкурсах на лучший бивак и лучший номер художественной самодеятельности. В ходе упорной борьбы места распределились следующим образом. В первой категории третье место завоевала команда ветеранов отдела Росгвардии Тувы. Второе заслуженно получили ветераны отделения внутренних дел Республики Хакасия, а самой сильной и ловкой признана команда полицейских ветеранов Барунхемчикского района. Отмечается, что в нынешнем году слет проводился в честь памяти бывшего председателя Совета ветеранов управления МВД по Кызылу Александра Иванова, который много лет своей жизни посвятил службе в органах внутренних дел.
Козельская ТЭЦ завершила гидравлические испытания тепловых сетей. За два дня на прочность и плотность проверили магистральные, разводящие и внутриквартальные тепловые сети. В ходе испытаний оперативными бригадами Козельской ТЭЦ выявлены 27 повреждений. Большая часть порывов и других дефектов пришлась на муниципальные тепловые сети. В этом году по поручению главы республики с целью повышения надежности прохождения отопительного сезона существенно изменен порядок оценки готовности. В первую очередь внимание будет уделено управляющим компаниям, обеспечивающим эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Как оказалось, в ходе гидравлических испытаний не все из управляющих компаний были готовы. Наиболее ответственно к мероприятию подошли компании «Уют» и «Восток», тепловые сети которых испытаны в полном объеме. В ходе испытаний выявлены ветхие участки трубопроводов в правобережной части города. Напомним, гидравлические испытания проводятся с целью выявления повреждений в трубопроводах, чтобы в летний период их можно было устранить. Все это делается для безаварийного прохождения отопительного сезона. По предварительным данным, ежегодное плановое отключение горячей воды в Кызыле планируется в третьей декаде июля. Меры нефинансовой поддержки отрасли экономики в Туве оказались эффективными и дают свои первые результаты. К такому выводу пришли в Министерстве экономики Тувы по итогам проведения Дня работников текстильной и легкой промышленности. По сравнению с прямыми финансовыми методами поддержки субъектов предпринимательства, когда по конкурсу могли выиграть лишь единицы, нефинансовые меры привели к увеличению частных инвестиций в отрасль, легализации лиц, занятых в теневом бизнесе, а также к объединению и консолидации усилий участников рынка. Благодаря такой поддержке отрасль получила новый виток развития. И о курсах валют. Доллар стоит 63 рубля 48 копеек, евро 73 рубля 48 копеек. У вас товар, у нас займ. Ломбард Хотель. Быстрый займ денег под залог золота, техники и шуб. Дружба 11 272 27. Сила гор. Магия трав. Выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка. Пантовый бальзам Субидей. С уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чультум 44. Напротив торгового дома Алексеевский. В минувшие выходные в России отмечался День медицинского работника, который порой для краткости называют Днем медика. Он празднуется в третье воскресенье июня каждого года и в этот раз пришелся на 17 число. К медицинским работникам относятся фельдшеры, медбратья и медсестры, а также сами врачи. Максим Оржак – молодой специалист в области детской хирургии. В республиканской больнице работает четвертый год, но, несмотря на малый стаж работы, уже спас сотни детских жизней. Готов к операции? Да. Настроился? Да. Все будет хорошо. Стать врачом решил, будучи школьником. После окончания школы поступил в Сибирский государственный медицинский университет на педиатрический факультет. Я хотел работать только с детьми. Не знаю, откуда у меня появилась эта любовь, но выбрал я именно профессию педиатра. Закончил в 2011 году и сразу же поступил в клиническую ординатуру по специальности детской хирургии на базе 4-й городской детской больницы города Томска под руководством профессора Слезовского Григория Владимировича, где я проработал и учился в течение 2 лет. Начал свою карьеру врача, получил колоссальный опыт под руководством врачей города Томска, детских хирургов, детских ортопедов, травматологов, в частности, детских урологов, андрологов. После окончания вуза Максим Оржак приехал в Туву и с 2014 года начал работать в республиканской больнице номер 1. Однако он не останавливается на достигнутом. Он продолжает совершенствовать свое профессиональное мастерство, осваивает самые действенные методы работы в области детской хирургии. Максим Додорович у нас очень перспективный, молодой специалист, который уже с начала своей карьеры показал себя очень трудоспособным, очень исполнительным врачом, который имеет, скажем так, золотые руки. Он у нас очень, скажем так,
хороший, квалифицированный, практикующий врач-хирург, который в свою очередь внедрил новые методы операции, некоторые именно в нашей республике, которые до этого не выполнялись. Кроме того, он совмещает должность детского хирурга в перинатальном центре республики. Приходится сталкиваться с новорожденными, а иногда и с недоношенными малышами. Каждая операция несет определенный риск, поэтому страшно, признается хирург. Максим Оржак буквально за несколько лет работы вылечил десятки детей, но героем себя не считает. Говорит, работа такая сложная, но любимая. Я простой, обыкновенный парень. Никаких таких ощущений у меня нету и не было. Люди в белых халатах – замечательные врачи, фармацевты, фельдшеры и медсестры. Своей самоотверженностью, глубокими знаниями, талантом снискали высокий авторитет и уважение в обществе. Напомним, День медика был учрежден в 1980 году указом Верховного Совета СССР о праздничных и памятных днях. Помимо России, в третье воскресенье июня он отмечается и на территории некоторых других стран постсоветского пространства, в том числе в Белоруссии, Казахстане и на Украине. Общероссийский народный фронт запустил карту доступности медпомощи, которая охватывает малые населенные пункты. Эксперты ОНФ рассказали о функциональных возможностях этого ресурса, а также призвали граждан, медицинских работников, представителей экспертного сообщества и общественных объединений принимать самое активное участие в его наполнении. О необходимости обеспечить шаговую доступность в первичном звене здравоохранения президент России Владимир Путин отметил в послании к Федеральному собранию 1 марта. В поселениях, где проживают от 100 до 2000 человек, в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А там, где живет меньше 100 человек, нужно организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью и обеспечить их всем необходимым медицинским оборудованием. При этом глава государства попросил Народный фронт быть в контакте с гражданами и мониторить ситуацию на местах. В новом майском указе среди национальных целей и стратегических задач развития страны президент также выделил необходимость завершения формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения в малых населенных пунктах. Вот и наступил последний день розыгрыша сертификата от ювелирного павильона «Сильвия». И сегодня победителей было двое, так как первый квест неожиданно для всех слушателей прошел в нестандартное время – утром. Слушатели радиостанции и не думали расслабляться. Они со знанием дела включились в поиски, и после того, как ведущие выложили в сеть загадку квеста, сразу же отправились разыскивать подарок. Разгадали ее быстро, потому что уже в первые минуты квеста в поле зрения оператора появился победитель и сказал заветную фразу. Второго победителя ведущие определили в обеденное время. И пока большая часть слушателей возвращалась с обеденного перерыва, был разыгран еще один приз. И на этот раз его получила юная казалчанка Ильяна, разгадавшая загадку быстрее остальных. Поздравляю. Спасибо. Розыгрыш сертификатов от Сильвии на радио «Голос Азии» завершен, но уже завтра ведущие запустят новый квест с новым партнером. Слушайте первое республиканское FM-радио на волне 102,5 FM. Спонсор прогноза погоды – КПК СССР. КПК СССР предлагает жителям Тувы заключить максимально выгодные договоры. Уже сотни семей, присоединившихся к движению кооперации, получают ежемесячную прибыль и знают, что в любой ситуации они могут положиться на нас и получить займ быстро, под удобный процент и без сбора пакета документов. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная погода с прояснениями.
Местами небольшие и умеренные дожди и грозы. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 17 метров. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19 градусов, местами плюс 8, плюс 13. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33 градуса, местами плюс 22, плюс 27. Пожароопасность 3 класса, местами 1 и 5 класса. В республике облачная погода с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 29, плюс 31 градус. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию «10 на 10 за 10». За М10 тысяч на 10 дней переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было.